Доброго вечора. Для того, щоб повідомити вам цю новину, перейду на російську мову. Сьогодні в Україні йде війна. Її почали Кремль, Путін і окупаційні війська. Вони тероризують і вбивають мирне населення України, вигоняють нас із власного дому, розрушають інфраструктуру. Но війна йде не тільки в воздухі або на землі, вона йде і в інформаційному пространстві. Для того, щоб їй протипоставити правду, сегодня при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, Министерства культуры и информационной политики, Национального совета по телевидению и радиовещанию, мы начинаем новый телевизионный проект на канале УАТВ под названием «Freedom». В проекте принимают участие Starlight Media Group, 1+1 Media, Intermedia Group, Media Group Украина, мультимедийная платформа иновещания. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А на этом канале вы сможете узнать правду о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Все русскоязычное население планеты. В проекте будут принимать участие ведущие украинские журналисты и те российские журналисты, которым не нашлось места для нормальной, честной работы в своей собственной стране. Так что слава Украине!